Петьки, всем здоровенько, ребятки, доброго утречка, дня, доброго денечка, да? Сейчас будем смотреть мы с вами финал квалификации в регионе, скоро, можно немного лицезреть патруля. Итак, почему кто-то проливает какую-то кровь, странные звуки, Так, а кто? Кого? Скрипты или читы? О-о-о! Читер, что ли, на Рубике? Не понял. Так, ладно. Вот он, ребят. Читер на Рубике. Не похож он на читера, если честно. Просто какой-то чел. Возможно, бустер, ёлы-палы. Это эхо слэм у него украден? Воришка. А ну-ка. Ага. Читер, сука! Ну, читер, блядь. А чё он не умирает-то, нахуй? Ты видел? Я его бью, он не умирает на Рубике. Чё он не умирает-то? Читер, походу. Какой-то. Ладно, короче. Да видели? Видели? Он просто прыгнул в рушпит и не умер. Это читы. Постирал футболочку домика Эбли в реке. Что теперь делать? БТВ. Поднять щиты за Алексея Соло-Березина. В реке? Не знаю, ну... Это довольно странно слышать, что кто-то что-то стирает в реке в свое время. Ну ладно. Так, значит, препятствий игре на Руби, на Некрофосе, говорят. Ну, а чё он? Спецом фидит, что ли? Ну, вроде нет, просто пизды дали. Happens. Так. Иди танкуй ее. О, сюда, рак. Косу проебал. Зря он ее дал, конечно. Ну да ладно. Просто, типа, ему говорят, почему нас ебет бустер на тинкере какой-то, а ты, сука, на некропосе не бустер. Виновен. Полностью виновен в этом самом деле. Не факт, что на тинкере тоже бустер на самом деле. Так, ну понятно. Это не очень интересные патрули пока. Ну, по крайней мере, сами патрули хоть починили, а то не работали долгое время. Если не бустер, ничего, в мид идти. База, база. Типа, чел, ты чё? Ты не бустер, а в мид пошел? Вообще дурной. Так мы и узнали, что НС не знает описание к мерчу в описании равно. Я и не знаю, вообще должен его знать. Так, и чё? Это такое, а? Препятствует, препятствует, ребят. Он препятствует игре на ОД. Он препятствует, ребят. Он крепко препятствует. Конкретно препятствует. Этот чел препятствует игре, ребят. Я видел, как люди препятствуют игре. Это он препятствует игре сейчас. Да. Это он препятствует игре. Он препятствует. Да, чел, он препятствует игре. Да, он препятствует. Ой, как он препятствует. Ой, он очень сильно препятствует игре, ребят. Да, это виновен. Этот парень виновен, препятствует игре, очевидно. Точно препятствует, точно. Стопроцентное препятствование игре, ребят. Это он препятствует игре.
Вот, но не читер при этом, похоже. Никто, да, никто никогда ранее не препятствовал игре, так как этот УД. Он очень сильно препятствовал игре, ребята, это прям видно. Чел прям конкретно препятствует. Конкретное препятствование игре здесь происходит. Сейчас рассмотрим следующее дело, выясним, там может кто-то тоже препятствует. Так, что это такое? Огромный Марс, почему я не вижу? Почему вся карта какая-то темная? Так, Темпларка. Препятствует игре. А, он в лес пошел. Шел в лес, и это, по разумению многих, является препятствием игре, ребят. Он, типа, пошел в лес, и он препятствует игре. По большому счету, в какой-то степени он, конечно, ей действительно препятствует. Он препятствует нормальной игре. Он, похоже, на что-то обиделся. Но на что он обиделся, кстати? Хороший вопрос. Мне кажется, изначально он хотел пойти, он хотел играть в компьютер, как-то не препятствуя игре. Но вообще он у нас сложный, но почему-то на нее не пошел. Я думаю, что этот чел, есть большая вероятность, что этот чел как бы типа регл сложную. Зашел в игру и сказал: эй, долбоеб на кэрри, я буду кэрри. Или долбоеб на миде, я буду на миде. А его нахуй послали, говорит, тогда я в лес. А ему говорят, ну и пиздуй. Ну и он и попиздовал, так сказать. По итогу. И запрепятствовал игре, судя по всему, ребята. Ну то есть, если что, я не вижу ничего криминального в том, чтобы фармить лес, если ты при этом что-то полезное делаешь. Но этот чел, он, по-моему, просто, ну, он специально не играет, как бы, да? Он просто долбит лес. У него команда без него там на равных дерется. Он бы уже давно мог бы свою обиду засунуть себе в очко, пойти просто и поиграть с командой нормально. И все, вместо этого он ходит в лес до сих пор, дрочится, что-то 0-3-1. Я ненавижу нытиков, на самом деле. Нытики, он еще и байбекался, видимо, где-то после смерти, судя по таймеру огромному. А вот, поэтому я скажу, что это виновен. Это виновен. Нытики раздражают просто до ужаса, вот. Как угодно чел может играть, лишь бы только не ныл просто. Старался играть. Ну, регнул игру, типа, играй, что ты нахера ты иначе регал. Духом слаб. Да, 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 да. Ну, слабаки вот эти вот, они ужасно триггерят вообще. Так, и чё? Это, дорогие друзья, Shadow Shaman. Говорят, что он препятствует игре. Ну, 13 тысяч они сосут. У Шамана 0.7, ему уже похуй на игру в целом. Ну, это классическая ситуация, по-моему, где они нашли виноватого. Кто-то нашел виноватого, типа, из разряда. Надо же кого-то обвинить в том, что мы все сосем жопу. По-любому, вот кто-то особенно виноват. Вот Шаман, например. Скажем, он. Он у тебя в муте, но это патруль, чел. Там любой чел в муте, которого патруль рассматривает. Вряд ли у меня кажется в муте чувак с каких-то эншентов или что это за ранг. Я там не особо играл. Ну, разве что, конечно, это не какой-то чел, который недавно был где-нибудь у меня на рангах с купленным аккаунтом, который супер быстро проебывает его и уже играет на эншентах. То есть я его там замьютил. На всякий случай, вот он уже здесь, но на самом деле нет, это не так работает. Такс, ну понятно, короче.